Белгород расцветает. К майским праздникам клумбы областного центра украсят более 80 тысяч цветов. Масштабные работы по высадке рассады ведутся вблизи памятных мест. Помимо озеленения, коммунальщики наводят порядок на веренных территориях. Итоги дня подведет Диана Калединова. Техника заказана? Заказана. Рисунок есть. Да. Все готово. К посадке можно приступать полностью. Вот так бережно и с любовью специалисты зеленхоза оформляют клумбу на аллее вблизи Вечного огня. Растения здесь начали высаживать с 7 часов утра, пока на территории поселились бархатцы и гератумы. В скором времени к ним присоединятся петуньи. Цвести семейство будет все лето. Сейчас мы садим агератум, который требует полива, прополки, подкормки. Это цветы у нас все однолетние, которые выращиваются у нас в теплицах. Потом будет радовать весь город эта красота вся. Памятные места – первые в списке озеленения. С понедельника на высадку цветов выходят по 3 бригады управления Белгорблагоустройства. Их стараниями проспект Ватутина украсили вечнозеленые хвойные кустарники. Всего выставлено 96 горшков. Подобное оригинальное решение применили и на Соборной площади. А в сквере у Смоленского собора и возле доски почета приступили к высадке тюльпанов в контейнерах. Это новинка в оформлении. Сегодня специалисты работали на Свято-Троицком бульваре, Гражданском проспекте, в районе железнодорожного вокзала и в Парке Победы. Если позволяет погода, в день одна бригада успевает высадить порядка 5000 растений. К сожалению, наша погода чуть-чуть нас подводит. Холодная погода, приходится менять на ходу, подбирать растения, которые более выносливые к этим погодным условиям, подбирать рисунки, подбирать ассортимент более приспособленный к климатическим условиям. До 9 мая мы должны высадить тахети, сценерарию, петунию, агератом в количестве около 80 тысяч и более. Каждый год Белгород утопает в цветах и радует своим благоуханием. Такую красоту ценят и жители города, и гости. Мне приятно, что наш город опять будет весь цветущий, красивый. Ну, заметно, уже вчера на площади я шла, мимо клумбы украшали, и вот сегодня. Белгородская область – это вообще столица зеленая нашей страны. И подготовка к майским праздникам, естественно, идет полным ходом. Очень приятно идти по улице, смотреть, наблюдать. Все зеленое, красивое. Я живу около автовокзала. Тюльпаны высадили в прошлом году. Было прекрасно. Разноцветное такое поле. Я все еще фотографировала. Сейчас больше фигурные какое-то находят решение. Вот едешь по Садовой, всякие вазочки, вот такие подвесные кашпо. Молодцы. Помимо озеленения на городских улицах наводят порядок. Так, сегодня на Соборной площади сотрудники Белгорблагоустройства реставрировали плиточное покрытие, красили вазоны, урны, фонарные столбы, стригли газоны. Майские праздники город должен встретить достойно. Практически на круглосуточный режим переведено предприятие, поскольку и погода позволяет нам это сделать. Занято ежедневно 400-500 человек. Мы постараемся удивить жителей новыми решениями по благоустройству и ремонту некоторых объектов. Поэтому все это будет сделано непосредственно к празднику. Озеленение перед майскими праздниками – лишь начало большой работы. За сезон в Белгороде высадят более 2 миллионов цветов. Диана Калединова, Александр Поддубный, Сергей Драчев. К этому часу Белгород.